Всем привет, друзья! В начале видео, наверное, видели, что доска была у нас не обрезная. Я ее напилил, плюс-минус, там, чтобы средняя была шириной, отфуговал, отстрогал и склеил одним цельным щитом, вот как мы сейчас везде. То есть одна сторона не струганная. И потом уже этот щит разделяю на три части и уже прогоняю через ресмус. Соответственно, те части, которые могут войти в сам ресмус. В вашем случае, кто будет у вас шириной, настолько его и резать. Тогда потом при склейке вещи получаются более ровные. Учитывая, что это столешница из лиственницы, она очень тяжелая. Очень-очень. Сейчас мы гирьку туда. 32 килограмма. Вот. Ну а теперь уже сам процесс склейки. Да ты, блин. Thank you.
наша лестница темный орех будет. Банка грязная. Так мне ее привезли, разбили. Транспортная. Темный орех, тиковое масло. Сейчас тиковым маслом цвет венги покрою на пару слоев. Ну, здесь можно уже поставить лайк. Красиво же. И подписаться, кто не подписан. И теперь самая приятная часть. Наряжать. Иди, стол. Все это можно при желании будет снять, потянуть лохари, если что-то расшатается или рассохнется. Вот на месте теперь стол. Вот такая вот штука. И вот в такой вот в интерьер. Ну, в общем, вот так вот оно будет. Еще сюда будет лавка, кресло. Я так понял, за место вот этого комплекта мебели будут менять на вот этот. В общем, скоро все будет новое. Продолжение. Подписываемся. Колокольчик. Всем удачи и пока.